Я хочу удалить вот эту программу, которая должна снимать видео с экрана монитора. Но так как она работает, мне не понравилось. Вот я уже даже выкинула то, что сделала пробное. Вот. Все кряхтит, все трясется. Вот такая программа не подходит. Так, выкидываю. Безжалостно. Значит, как же я поступлю? Значит, нажимаю на этот значок. В этой таблице на переименовать. Затем левой кнопкой мыши копировать. Вот я как бы скопировала четкое название того, что хочу удалить. Потому что можно, конечно, удалить один вот этот значок, ярлык, но это не решит никакой проблемы. И программа так и останется сидеть в ноутбуке. Что я делаю дальше? Вот тут у меня на нижней панели управления, а слева с самого края как окошечко синенькое с крестиком. Нажимаю на нее, вот такая вот красивая панелька. Вот это Windows 10 в моем не так давно купленном ноуте. Вот Asus. Так, ладно. Значит, смотрим. Мне даже особо ее искать не пришлось. Думаю, придется через поисковик. Вот он тоже на панели управления. Вот введите здесь текст для поиска. Вот она. И даже видно, что это одно и то же. Значит, что я должна сделать? Опять правой кнопкой мыши. Нажимаю на вот эту строку и выбираю удалить. Вот я попадаю в панель управления, где у меня программы и компоненты. И очень внимательно, вот еще раз вот так вот поставлю. Очень в некоторых есть вот значки. Вот, например, программочка, вот моя любимая, которую я делаю все скриншоты, снимаю вот сейчас как бы это видео. Она называется Fastom Capture. Вот у нее значок. У GIMP значок. Ну, а у чего-то значка нет. Поэтому нужно читать внимательно, что же написано. А то удалишь, не то совсем. Сравниваем название. Скрин. Скрин. Рекорд. Вот. Это программа. Это эдитор, вот он. Но его работа меня устраивает. А вот это меня не устраивает. Ну-ка, сейчас переименовать, что у нас тут будет. "32". Так, еще раз проверяю, то удалю сейчас. Так, ладно, жму на удалить. Так, жму на эту строчку, где прописана вот эта прога, и на удалить. Так, разрешить этому приложению удаление или изменить приложение подробнее. Нет. Не разрешаю. Так, ну и что-то не удалилось. Да. Так, вот, теперь удалилось. Вы действительно хотите удалить? Бррм. И все компоненты этой программы. Да. Значит, первый раз я нажала не туда. Удалить совместно
используемый файл, система указывает, что следующий совместно используемый файл больше не используется никакими другими приложениями. Имя файла Vista Style. Если какие-либо программы все еще используют этот файл, и он будет удален, они не смогут работать правильно. Если вы не уверены, выберите «Нет». Оставленный файл не навредит вашей системе. Имя файла Vista System. Удалю. Исчезла. Да. Как она вообще застряла-то, укоренилась. Вот так вот скачаешь себе на шею. Так, ладно, все, с этим мы закончили. Закрываю. Вот она исчезла. Сейчас еще посмотрю установочный. А это остались только... Значит, как бы... А, вот он еще. Установочный. Остался. Но это просто я могу. Это для того, чтобы установить по новой. Но больше я, конечно, по новой его устанавливать не буду. Просто сейчас разберусь. Может быть, действительно он из-за того такой плохой, что... Так. Вот система у меня-то. Так. Система. У меня-то вот он. 64 разряда. 64. А там было 32. Может, из-за того, что она такая хиленькая, на моем вот такая вот дребедень не получилась. Ну ладно, посмотрим, поищем, ничего страшного. Ну, во всяком случае, вот еще так проверяю. Вот, все, исчез он отсюда. Много он все занимал там. Очень мне нравится десятка, потрясающая. Ну вот, вот так вот удаляется программа, ненужная, на десятке.